Всем привет! Настал этот долгожданный день. Да, Володя? Здравствуйте всем. Он сегодня как моряк Дальневосточного флота. Да, Володя? Или как десантура? Почему Дальневосточный? А какого? Я служил на Балтике. Балтийского флота. О, можешь так сказать. Это любимая его одежда. Да. Сегодня он меня не послушал, что ему одеть. В общем, мы выехали в аэропорт и едем. Как я говорила, я взяла с собой еще ручной уклад, не хотела. И у меня получилось и там 10 килограмм, и в том чемодане 20... Сколько я взвесила? 22 килограмма, да? Короче, вроде бы что-то ничего не брала. Откуда вес берется, не знаю. Откуда он прибавляется, без понятия. Ладно, не буду сильно много болтать. Как приеду в аэропорт, но буду вам потихоньку записывать все новости, ну и говорить, как там эти тесты проверяются и все такое. Все такое актуальное. Ладно, девочки и мальчики, встретимся теперь во Франкфурте, в аэропорту. Девочки, все прошло, все нормально. Сижу теперь в аэропорту и жду, когда прилетит мой самолет. В общем, жду время. Мы приехали намного раньше. Ну, я люблю, когда лучше раньше, чем позже, чтобы потом сильно не переживать и не нервничать лишний раз. Все везде прошло без проблем, только, естественно, в масках тяжело дышать. Маски снимать нельзя. Чуть телефон не упал. В общем, как-то так. Ну, здесь дети рядом играют, немножечко шумно, так что я не буду сильно долго болтать. А как прилечу в Москву или как буду в самолете, вам тоже покажу облака птичьего полета. Все, девочки, всего вам хорошего. Спасибо всем за пожелания хорошие. Очень шумно, но мы сейчас уже садимся в самолет. Такой вот красивенький, новенький. Все, девочки, я все прошла. Никаких проблем у меня не было. Все хорошо. Сейчас я выключаю телефон. И мы сейчас уже будем взлетать. Как приземлюсь. Обращаем ваше внимание на необходимое соблюдение требований безопасности. Сейчас как приземлимся в Москве, я обязательно что-нибудь сниму. Вот такой у нас котлет. Это говядина, картофельное пюре с брокколи, кусочек серого хлеба. Я так понимаю, салат с крабовыми палочками. Сейчас будем пробовать булочка. Наверное, что-то вкусно. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Танюшка снимает. Ну скажи что-нибудь. Привет всем! Я в Москве. С чемоданчиком. Да, с чемоданчиком. Вот. Это ручная кладь, чемоданчик, да. Еще один сдали. Обратите внимание, что все-таки брюки напялила. А, что она брюки напялила, да. Это точно. Да-да-да. Да. Так. Все, да. Интервью закончил. Ну, мы дальше поехали. Да, мы поехали дальше. Вон туда. Вон туда. На вылет. Вон, смотри, какой это. Угу.
снимала. Помнишь, это в Азбуке где-то у нас или где, да, в Бухваре, да, было? Пошли. Выключаемся. Девочки, смотрите, какая красота. Вот в прошлый раз я так же вот встала, и картинка поменялась. Было сначала красиво-красиво, а потом было так это сильно не ой. Во, смотри, как красиво, да? Синхронисты, да? Вообще так... классный такой вид спорта. Работы. Ой. Знаешь, в прошлый раз были матрешки, было так красиво. Ракета с Юрием Гагарином. Красота. Девочки, я в прошлый раз здесь матрешек видела, это было так красиво. Если сейчас они покажутся, но что-то они не показываются. О, вот это вот красота. Вот красивые какие русские девушки, прелесть. Мы решили выпить кофе или что-нибудь такое интересное. Какао классическое сливочное. 360 рублей. Работай, работай, Иришка. Ты меня заставляешь работать, работать. Давай. Че, давай тогда ванильный шейк возьмем? Девочки, да, те, которые из Германии, смотрите, какие цены. Ну, это аэропортовские цены. Ну да, это аэропортовские, это тут все дорого, конечно. Ты скажешь моим девочкам привет? Привет! Девчонки, это моя одноклассница, она настояла, что мы тут должны обязательно встретиться. Я тут, а это, знаешь, так это, против света мне там так отсвечивает, нехорошо. Сейчас мы что-нибудь закажем, что закажем, потом вам покажем. Что закажем, то покажем. Покажем. Сейчас мы определимся. Очень жарко. Хотя в самолете было достаточно прохладно. Кофточку я не снимала. Девочки, для вас еще красоту я поснимаю. Потому что у нас такого точно нигде нету. Так можно и на... Так, да, этот, стоп, подсвечник. Лампа. Нет, просто здесь можно так засидеться и реально опоздать на свой самолет. Пошли. Они нас потом найдут. Пойдем поближе. Девочки, я решила поближе подойти, но только я подошла, и вся красота исчезла. Ну что, мы сидим с моей одноклассницей. Заказали. Сейчас нам принесут наш заказ, мы немножко тут посидим, и я пойду в свой терминал уже на регистрацию. Здесь так красиво, я говорю, здесь можно так смотреть, и самолет прошляпить. Очень красиво. Ну вот как специально, ничего красивого нету, а? Ну? Взлетные полосы. Ладно, опс, Оля, смотрите, как красиво все это улетело. Вах.
и мосты развели. Иришка, спасибо тебе большое за такой красивый подарок. Сейчас у нас подошли деньги, попросили на билет. Ты знаешь, между прочим, я когда с этого... Карты наличными? Карта. Принесли наш заказ. У меня коктейль молочный. Вкус детства. Знаешь, я как любила коктейль молочный пить. Да. Поскольку по 11 копеек, да? Да. Да, да, да. Это типа шалпан, да, у нас тогда был, да. Да, вкуснятина такая была. Да. А это сок грейпфруктовый. Все, девочки, я уже в последнем самолете и лечу в Ростов-на-Дону. И через 2 часа я уже встречусь со своими родственниками. Самолету запрещено употребление принесенных с собой алкогольных напитков и курение, в том числе электронных сигарет. We'd like to draw attention that it is required to follow the safety rules during the full flight. You are kindly requested to place light items of your luggage and overhead bins. You are small ones found in the seat in front of you. Девочки, мальчики, я прилетела в Ростов-на-Дону. У нас 2 час ночи, здесь такой ветерок прохладненький. Слушай, мне прям какая-то лампа прям в глаз светит. Реально, я не знаю, куда отвернуться. Все хорошо, подробности расскажу потом. Да? Да, как хочешь. Как хочешь. Все, на этом буду заканчивать. Просто сейчас это будет сильно, сильно шуметь. Везде красиво. Германии таких мест нет, это точно. Ладно. Синий красиво. Синенько, красивенько. Всем пока-пока. И до следующего видео. Платная дорога, да? Это платная же дорога, да, называется? Да. Сейчас мы здесь проедем, заплатим. А у вас вот это в окошечко.